Здравствуйте, мои подписчики, зрители моего канала. С вами Светлана и канал Ларец Позитивчика. Сегодня буду готовить простейший, но в то же время очень вкусный десерт – картошка. Есть множество рецептов приготовления этой картошки, но я буду сегодня готовить самый простой. И для этого мне понадобится сгущенка, сливочное масло, какао и печенье. Для начала необходимо печенье измельчить в блендере. И добавляем остальное печенье. Печеньки я измельчила. Здесь у меня 300 грамм печенья. Вот. В крошку. И пересыпаю в миску, в которой буду замешивать так называемое тесто. Если вы любите, когда в картошке попадаются такие кусочки, тогда можете часть печенья измельчить моим способом, вот таким блендером, а часть печенья положить в пакет и пройтись скалкой, тогда будут более крупные кусочки, и все это смешать. Хорошо, печенье я измельчила, теперь добавлю сюда 2-3 столовые ложки какао. Необходимо просеять, чтобы не было комочков. Какао я просеяла, теперь перемешаю с крошкой. Теперь я добавлю сливочное масло. Хорошенечко разомнул его. Так. Теперь я ввожу сгущенки. Две трети части сгущенки. Ну, это где-то полбанки получается. Так. И все это перемешаем. Тесто я замесила, вот видите, оно получается такое плотное. Теперь осталось только сформировать сами конфетки. Для этого я возьму небольшой кусочек и скручу. Можете делать вот такие вот овальные картошечки. Я буду делать более маленькие в виде конфеток. И подготовила просеянное какао и сахарную пудру. Несколько я обваляю в какао и положу на досточку, застеленную фольгой.
а некоторые обваляю в сахарной пудре. И тоже выложу на тосточку. И таким образом я проделаю со всем тестом. Сделала я вот такие вот шарики, обваляла одну часть сахарной пудры, другую часть в какао. Теперь я отправляю их в холодильник, если хорошо там застыло в тесте, и будем кушать. Картошка, пирожные готовы. Правда, простояли у него в холодильнике всего полчаса. Масло застыло, они такие плотненькие, вкусные, нежные. При выборе печенья для этого десерта покупайте более такие сладкие ванильные печенья или со вкусом топленого молока, со вкусом сгущенки, такой, чтобы поинтереснее были в итоге картошечки. И еще хотелось добавить, что в эту картошку можно добавлять орехи, тоже перебить их в пудру. И если вы делаете такие вот картошечки для взрослых, тогда добавьте или ром, или коньяк. Приятного аппетита! До скорых встреч! Пока-пока!